Я вас вітаю, ми знову в прямому ефірі, це студія «Репортери», як завжди в цей час. Мене звуть Григорій Блайда. Сьогодні ми говоримо про підсумки сесії міськради. Відбулося засідання депутатського корпусу Одеської міськради вперше після виборів президента. Але не говорили про президентські вибори сьогодні депутати, і спробуємо поговорити про це, зокрема, сьогодні тут з представниками депутатського корпусу. Поруч зі мною Ганна Позднякова, голова фракції «Самопомочі» міськради. Ганна, вітаю вас. Добрий вечір. Олександр Іваницький, депутат міськради від «Довіряй ділам». Вітаю вас, Олександре. І Світлана Лосоленко, голова фракції Української морської партії в міськраді. Вітаю вас, Світлана. Добрий вечір. Чи підтримує мер Одеси публічно чи не публічно? Нас цікавить, мабуть, публічно новообраного президента Володимира Зеленського. Це наше інтерактивне питання. Голосуйте, наприкінці програми підіб'ємо підсумки. Тож, я ще раз наголошую, це перша сесія після президентських виборів, але от на самому засіданні жодної реакції від депутатів, від мера, журналісти, зокрема, поділюся секретом, прийшли почути, можливо, якісь хвилювання, якісь заяви з боку чиновників, з боку депутатів щодо результатів виборів, але цього не відбулося. Чому, на ваш погляд? Хто з вас відповість на це? Я навіть не знаю, що ви іменно ви хотіли услышати. Ну, принаймні, ну, хоча б хтось сьогодні... Сесія була короткою, 2 години лише. Хтось протягом цих 2 годин згадав про пана Зеленського чи пана Порошенка. Чому цього не відбулося? Це така стратегія не говорити, поки ще президент не прийняв присягу? Або просто це, на ваш погляд, не цікаво? Або обговорили це питання в кулуарах? Ми ожидали, що ця фракція БПП зробить якийсь флешмоб, якусь акцію, але не произошло, не дождалось. На самом деле, я шучу. Действительно, состоялся важнейшее событие этого года, это выборы президента страны. Жители нашей страны однозначно сделали свой выбор и сказали, что так жить они больше не хотят. Они хотят остановить войну, голод, обнищание людей. Они хотят экономического роста, стабильности и хотят видеть политику, которая объединяет, а не разъединяет. В частности, в Одессе, Одесской области, это какой-то рекордный показатель, порядка 85% отдали свой голос за Владимира Зеленского. По стране это 73%, да, или там досчитывают, но это рекордный показатель, когда жители страны так много голосов отдали и доверили кандидату в президенты. Безусловно, завышенные требования и ожидания будут от Владимира Зеленского. Безусловно, мы понимаем, что очень многие голосовали за, но также многие голосовали против действующего режима. Поэтому я убеждена, что все политические силы должны сегодня объединиться вокруг президента и в конструктиве вывести страну из кризиса. И это моя однозначная позиция, потому что даже президент, действующий президент, да, пока действующий Порошенко, сказал, что он готов к конструктиву, готов к диалогу. Я очень рада, что он не начал звать никого на Майдан, протестовывать результаты выборов, потому что в день голосования на самом деле у людей, ну это безусловно топ-тема, и вот мне кажется, еще до середины дня у всех было какое-то ощущение, что что-то должно произойти. Я очень рада, что ничего не произошло. Я очень рада, что граждане однозначно проголосовали против действующего режима бедности и войны. И я очень надеюсь, что все те же завышенные ожидания, которые мы доверили, в целом страна доверила Владимиру Зеленскому, будут оправданы. Чи відбудеться певна трансформація у зв'язку зі зміною на центральній політичній арені у депутатському корпусі міськради? От, власне, у мене питання до провладної, представника провладної фракції «Довіряй ділам». Що у вас в кулуарах, про що говорять? Тобто, чи буде якась, може, заява, може, якась, деякі депутати створять якусь депутатську групу під умовною назвою «Слуга народу» чи «Слуга одеситів», припустимо? Щось таке буде? Григорий, я хотел бы обратить внимание ваше на то, что мы провластная партия городского совета. Я разумею, але міський голова, ваш безпосередний очільник щось каже? Нет, у нас сегодня есть чем заниматься, вот вы сказали, чем была сессия
ознаменована, да, какими-то там разговорами, переговорами. Да нет, ничем. Рабочая, нормальная городская сессия Одесского городского совета, на которых приняли достаточно много интересных и важных решений для города. В политику, ну, наверное, скажем так, мне вообще не интересна политика как таковая, в нее играться. У нас политический орган, вы же не будете сперечатись. Политический? Частково политический орган, міськрада. Це... Вона має прислухатися до кон'юнктури в Києві, зокрема, до того, що відбувається в Україні? Ну, давайте, во-первых, ну, как бы, действительно, очень важно понимать лично для меня, как для украинца, то, что выборы прошли открыто, честно, демократично и, слава Богу, без нарушений и без крови. Сейчас важно передать власть, да, сегодня важно квалифицированно принять эту власть и, конечно же, в процессе передачи не забыть о той проблематике, которая сегодня касается работы местных советов и проблем городов, сел всей Украины. Угу. Это очень важно, чтобы в процессе вот этих глобальных перестановок и перемен не забыли о программах, не забыли о тех обещаниях, которые были выданы городским властям. Это очень важно, и в первую очередь, мне кажется, нам нужно думать, как депутатам городского совета, об этом. У меня питання до вас. Ви представляєте партію, яка була, в принципі, в опозиції до діючого президента, поки що діючого президента Порошенка, і водночас в опозиції до мера, з певних питань, до мера Геннадія Труханова. Одне з останніх інтерв'ю, яке пан Труханов дав в одному з історичних видань напередодні другого туру виборів, він і не підтримав, і не жодним чином не висловився якось там зі симпатією на адресу вже діючого переможця виборів Володимира Зеленського. Він взагалі сказав, що його здивувало те, що він пішов на вибори і має реальні шанси стати головою держави, і не розуміє, навіщо йому це потрібно. Щодо відносин пана Труханова з паном Зеленським, як вони, на ваш погляд, складатимуться? Ну, найближчим часом чи в перспективі? Опытний політик, і именно поэтому он не дал однозначного ответа на вопрос столичных журналистов, как вы говорите. Безусловно, Одессу, как и, наверное, всю Украину, ожидает период турбулентности. И здесь самое главное, чтобы политики не заигрались в эти, знаете, кулуарные игры, не поставив на карту гораздо больше, не поставив на карту всю страну. Потому что чем дольше этот период турбулентности будет затягиваться, тем больше шансов, что ситуация, к сожалению, не улучшится в Украине, а только ухудшится. Сейчас идут разговоры там, о досрочных парламентских выборах, в связи с этим и о досрочных выборах в местные советы. Все это, к сожалению, не добавляет уверенности, не добавляет стабильности. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. На мой взгляд, действительно, выборы прошли честно, выборы прошли достойно. Порошенко, действующий президент Петр Порошенко на сегодняшний день показал, что в Украине может зародиться новая политическая культура. И я надеюсь, что этот курс будет продолжен уже, как говорится, в связи, ну, и со сменой власти. Поэтому я надеюсь, что все-таки политические элиты в Украине научатся вести цивилизованную борьбу. Потому что борьба в любом случае будет. Мы видим, у нас это началось с отставки губернатора. Я думаю, сейчас мы получим нового губернатора после инаугурации, нового президента. У нас сегодня сняли... Подал в отставку глава областной полиции. Я думаю, что у нас такие же изменения ожидают и другие силовые структуры. Это обычная ситуация для Украины. И нам самое главное и одесситам, и местным политикам сохранять трезвость рассудка, критично относиться к любой информации, к любой непроверенной информации, которую мы получаем. Mm-hmm. Потому что Одесса сейчас стоит на пороге майских праздников. Майские праздники, ну не надо долго, знаете, долго рассказывать, что такое для Одессы в последние годы. Майские праздники. Это все такое, знаете, не добавляет опять-таки стабильности нам. Поэтому я считаю, что нужно взвешенно подходить и к каким-то шагам первоочередным, и к обещаниям в данный момент. Ну, чи не завадить, останні про вибори, чи не завадить пану Труханову оце його публічне зізнання в усілякій підтримці Петра Порошенка перед першим туром виборів, коли він на Раді регіонального розвитку, я навіть процитую, усі наші рейтинги, усі наші досягнення – це завдяки вам, Петро Олексійович. Чи не завадить це стосункам з новим президентом, який був опонентом, запеклим опонентом пана Порошенка?
Вопрос ко мне? Ну, якщо можно. Вы же представник фракции, которая найближче. Если говорить объективно, те моменты, о которых говорил мэр на фонде регионального развития, действительно, никто не может не заметить тех положительных изменений и тех динамичных изменений, которые послужили сегодня к наполнению местных бюджетов, б, большей самостоятельности местной власти. И, конечно, исходя из этих основных тезисов, можно говорить о том, что любой мэр был доволен тем, как сегодня центральные органы власти повернулись к местному самоуправлению. Поэтому это он и констатировал. Если касаясь в целом того, что происходит сегодня в стране, у нас действительно сегодня уникальный шанс объединить всю нашу страну. Вот та карта, которая сегодня показала победу, безоговорочную победу президента Зеленского, не должна послужить тому, чтобы сегодня какие-то определенные маргинальные группы лиц продолжали делить Украину на запад, на восток, на север, на юг. Уникальная карта, которую нужно сохранить. И в первую очередь, если нам только это позволит сегодня объединиться вокруг общих идей развития государства, вокруг общего внешнеполитического вектора, не растерять. У нас, к сожалению, знаете, как толпа аплодирует и восхождению, да, на Олимп, и точно еще так же больше и веселее толпа аплодирует к восхождению на эшафот. Поэтому тут нужно четко понимать план действий, который будет у нового президента. И, конечно же, понимать то, каким будет кабинет министров. Это основной исполнительный орган власти в нашей стране. И, в принципе, он будет формировать экономическую и социально-экономическую политику в нашей стране, которая, опять же, будет формироваться на основании, я так понимаю, тех кандидатур, которые будут утверждены Верховной Радой Украины. Власне, до сесійних питань. Сьогодні от ваша колега Лілія Леонідова поставила питання, коли почнеться ж фінансування реставрації пам'яток архітектури в Одесі. І віце-мер Рибоконь, нагадаю, відповів, що гроші спрямують на будинок Русова і вже за місяць-півтора на будинок Лібмана. Коли продовжиться кредитування банками, тобто все залежить від позичання коштів. Виходить, що оці 200 фасадів, про які говорили зовсім нещодавно, що вони будуть у першу чергу відреставровані в Одесі, це питання поки не розглядається. Мова йде лише про будинок Русова і будинок Лібмана. От поясніть це питання. На самом деле, наскільки ситуацію понимаю я, був взят кредит в розмірі 1 мільярда, який фактично не був профінансирован. И фактически денег Одесский городской совет и соответствующие службы не получили. Поэтому ситуация с реставрацией там заморозилась либо подвисла. Угу. Безусловно, это актуальнейший вопрос для нашего города, для культурной столицы нашей страны. И я хочу подчеркнуть, что сейчас мы все вместе должны объединиться вокруг этого вопроса. И то, что весь мир наблюдал пожар в мировой просто культурной столице с совсем другим уровнем там пожарной безопасности, развития экономики и тому подобное, когда просто сгорел Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. И мы сейчас вот должны просто переосмыслить ценность, мы должны были об этом помнить всегда, но тем не менее такие события дают как бы толчок, и мы должны переосмыслить то, что мы должны сохранять все наши культурные и памятники архитектуры, сохранить центр города. Я хочу подчеркнуть, что выделение денег – это один вопрос, но это комплекс вопросов, потому что мы часто дискутируем на тему, что упал камень или ЖЭК сбивал камень с фасада, это памятник архитектуры, не имели права, мы находимся в вилке и не понимаем, что делать, не дать возможность, чтобы камень или балкон обрушился и убил кого-то, либо мы должны соблюдать всю процедуру и переписываться месяц с Киевом и с обладминистрацией, чтобы получить соответствующую документацию и подрядная организация с соответствующим доступом, квалификацией и тому подобное все-таки сняла этот камень. Ну, это комплекс вопросов, который, я убеждена, должен сейчас стоять более чем актуально, потому что я подчеркиваю, кто эксплуатирует эти здания? Вопрос реставрации – это один вопрос, документация – это второй вопрос, но это ведь не здания все коммунальной собственности, у каждого здания есть собственник,
либо арендатор. И это третий вопрос, каким образом мы контролируем эксплуатацию этого здания, для того, чтобы завтра не тратить миллионы или миллиарды на то, чтобы его реставрировать, либо ремонтировать. Поэтому это один из актуальнейших вопросов, которыми нужно заниматься вот просто сейчас каждый день. Питание полягає ще в чому. Деякі там громадські активісти звинувачують мерію в тому, що вона бере черговий третій кредит, мільярдний чи скільки він там, на те, аби проводити роботи за той рахунок, який покладений на міський бюджет. Так? Децентралізація. Ми хизуємося тим, що після децентралізації більшість коштів міського бюджету залишається тут. Чому б ви їх не використати на реставрацію цього ж будинку Русова чи будинку Лібмана, а не брати кредит і не піддавати себе ризику там, боргових зобов'язань певних? От як ви оцінюєте таку політику міськради? Здесь нужно принципиально разделять два направления. В самом кредите нет, это не хорошо и не плохо, кредит. Смотря как его использовать и на какие вещи направлять. Если мы берем кредит на реализацию крупного инфраструктурного проекта, который там в долгосрочной или краткосрочной перспективе принесет какие-то дивиденды, я сейчас говорю не о деньгах, я говорю о, допустим, строительстве крупной транспортной развязки, о снятии какого-то социального напряжения с той или иной проблемы. Это один вопрос. Вот ярким примером положительного кредитования является проект кредит ЕБРР для строительства трассы «Север-Юг» или проект, опять-таки, кредит ЕБРР, когда мы в том году покупали троллейбусы. Это действительно, во-первых, это электротранспорт, это экологично, это доступно, это сразу же повышает туристическую привлекательность города. То есть очень много факторов взаимодействия. И есть второй вид кредитов, который взят под достаточно высокие ставки в Украине, который расходуется по принципу «давайте сделаем все и по чуть-чуть». То есть мы не видим эффекта от использования этих кредитных средств. И забываем самое главное, что эти кредитные средства придется отдавать. Так вот, знаете, как обычно берут одни, а отдают другие. И я помню, как 5 лет назад Геннадий Леонидович, когда он был там и депутатом Верховной Рады, и депутатом городского совета, очень критиковал во время избирательной своей кампании предшественника Эдуарда Гурвица за то, что он набрал кредитов, а нам вот отдавать, а у нас казна пустая. Так вот, не совершаем ли мы ошибки наших предшественников, и не наступим ли мы на те же грабли спустя там 2 года, когда придет новый депутатский корпус? Ну, цей кредит, каким кредит образом? На реставрацию фасадов, это той самый кредит, который там можем оценивать негативно, чи це нормальна практика, чи це позитивне буде для міст? Еще раз, мы, допустим, я вам приведу пример. Вот конкретно це. По фасадам, если хотите. Буквально год назад мы ремонтировали ряд фасадов в Воронцовском переулке. Качество этих работ не выдерживает никакой критики. Если мы под кредитные средства отремонтируем таким образом 200 фасадов, то, на мой взгляд, лучше бы мы отремонтировали меньше, за свои собственные деньги, но более качественно. То есть здесь, смотря какой подход использовать, какая будет отдача от этого кредита, как с социальной там, с точки зрения, так и с экономической. Пан Александр, вы хотели сказать? В корне не соглашусь с принципами двух кредитов, которые брал предшественник, через предшественника от Геннадия Леонидовича. Да, позаминулый мэр. Да, позаминулый мэр. Принципиально не соглашусь с двумя критериями этой операции. Почему? Потому что первый кредит, который брал предшественник, он шел под залог коммунальной собственности Одесской территориальной громады. И тот объем коммунальной собственности, который был заложен под этот кредит, и та экономическая ситуация, на которой на тот момент была в городе и в целом в стране, и тот объем собственных доходов бюджета, он был таким образом произведен, чтобы для всех, для нас было понятно, и почему Геннадий Леонидович возмущался, и все экономисты и финансисты возмущались на тот момент, что это был кредит для того, чтобы отобрать за треть цены коммунальную собственность территориальной громады. Сегодня тот кредит, который берется Одесским городским советом, полностью обеспечен экономической, финансово-экономической составляющей, которая сегодня есть в городе, полностью обеспечен доходной частью бюджета, как в части выплаты тела кредита, так и погашения кредитной ставки. Более того, в корне не соглашусь с теми моментами, которые касаются того, что все те деньги, которые идут в части кредитного обеспечения, должны давать отдачу. Если мы на сегодняшний момент потеряем дом Русова,
Если мы на сегодняшний момент можем потерять дом Либмана, а также другие исторически важные объекты для нашего города, мы можем с вами посчитать не только финансовый убыток нашего города, а социально, а культурно-исторически потерю, которую никто уже никогда не возместит нашему городу. Ну, часть данного кредита, который сегодня берется, я хотел бы еще обратить внимание ваше на то, и предыдущая часть кредита, которая бралась, часть денег была отправлена на модернизацию нашего теплоснабжения города Одессы, что сегодня только в первом приближении позволило нам говорить о том, что окупаемость этих средств с составляющей кредитной составляющей процентной ставки и возвратом тела позволяет нам говорить о том, что окупаемость, это еще без поднятия тарифа на тепло на сегодняшний день, позволяет его вернуть в течение 7 лет. Это великолепная динамика возврата кредита для таких серьезных инфраструктурных проектов. Поэтому в этом кредите, опять же, мы говорим о реконструкции новощипного ряда и действительно о завершении трамвайного скоростного маршрута север-юг. Это тоже очень важный момент. Еще одно питание. И модернизации лифтов города Одесса. Ще одне питання до вас, пане Олександре, стосовно вирубки дерев на схилах. У 15-й станції Фонтана 17 квітня вирубили понад 50 живих дерев. Йдеться про 30-40-літні акації, дикі маслини. Про це ви говорите в своєму депутатському зверненні, яке ви оформили, нагадаю, приблизно тиждень тому. Тиждень минув, і ви закликали правоохоронців і міську владу дати оцінку цим діям. Що минулось після? Городська власть, реакція однозначно була на цей акт вандалізму. Будемо говорити відкрито, що це акт вандалізму, прямий акт вандалізму. Сьогодні составлені протоколи і передані для реагування в Нацполіцію і в екологічну інспекцію обласну, які вправі приймати рішення і виносити. Ну, кто это сделал? Попередню відомо? Ну, смотрите, для этого же есть, мы с вами, Григорий, не можем определить. Я могу с вами понять, что это какие-то сумасшедшие или вандалы, или психически неуравновешенные люди. Ну, в моем понимании. Может, это ненормальные люди, это не одесситы. Это не люди, которые выросли в этом городе. Это не люди, которые не понимают, что это не просто дерево, растущее на склоне. Понимаете? То есть каждый человек, который подходит к любому дереву на склоне, он должен понимать, что это дерево, которое в три раза... Функционал этого дерева важнее, чем любого другого дерева на территории города Может, Одессы. Может, это будивництво? Смотрите, мы делаем следующим образом. Так. Мы всех, пользуясь моментом и моих прекрасных коллег, приглашаем в субботу в 10 часов утра на 15-ю Фонтана. Всех одесситов приглашаем, молодежь нашего города. Будем высаживать молодые деревья, потерянные 50 деревьев, которые были вырублены. Все деревья будут пересчитаны и переданы на баланс коммунального предприятия «Побережье». И беру под свой личный контроль, и надеюсь, коллеги меня поддержат, чтобы там не появилось ни будочного ряда, ни, не дай бог, какого-то строения так называемого отельно-рекреационного комплекса. Это очень важно в понимании каждого одессита, что территория склонов, которая является составляющей частью парка «Юбилейный», не будет таким варварським способом віддаватися під якесь так називаємо благоустройство. Зрозуміло. Ще поряд з 15-ї станції на 13-ї Фонтана на аукціон, нагадаю, це така гучна новина останніх днів, виставили МАФ із видом на море. Торги стартують з 4 мільйонів у цій споруді... Я спочатку хотів доларів, думаю, це не занадто. У цій споруді нині розміщується відділ продажів квартир, які розташовані в житлових комплексах поблизу. А юристи кажуть, що це певна махінація, і цей МАФ може незабаром, вже найближчим часом перетворитися на ще один багатоповерховий житловий комплекс. Як ви оцінюєте цю ситуацію з тим, як оця махінація може бути реалізована в Одесі? Я не готова комментировать конкретно этот МАФ, но эта ситуация, она отражает общую тенденцию. Да. Вот буквально завтра состоится заседание исполнительного комитета Одесского городского совета. Выносится ряд вопросов. Допустим, департамент коммунальной собственности узаканивает так называемые теневики на пляжах города. И здесь, знаете, можно относиться к этому по-разному. С одной стороны, это хорошо для того, чтобы, знаете, мы закрепляем право собственности за Одесским городским советом и надеемся, что на этом месте не вырастет очередная гостиница, дом частный чей-то или какой-то ресторан на побережье.
Либо это, опять-таки, та же часть той схемы, которую мы видели до недавно. А происходит это следующим образом. Любой объект, на который есть право собственности, да, это всегда лакомый кусочек, особенно если он находится на побережье. Вы покупаете объект недвижимости, сносите его и путем, как говорится, там, долгих или недолгих переговоров получаете разрешительные документы, иногда сомнительные, иногда действительно там, имеют какую-то хотя бы правовую точку зрения, иногда по суду получают право собственности. То есть наши люди достаточно изобретательны. И здесь важна, очень важна позиция городской власти. Если бы все наши фракции, которые представлены в городском совете, были едины и не голосовали за подобные отводы земельных участков на побережье, эта схема не применялась бы, она бы не была ликвидна. На сегодняшний день мы видим совершенно избирательный подход. В одном месте Одесский городской совет закрывает глаза и говорит, тут все законно, все документы есть, мы ничего не можем сделать. В другом месте подход меняется, поэтому должна быть четкая и единая концепция. И если строить на Одесском побережье нельзя, если мы говорим о том, что все-таки мы развиваем туристическую привлекательность, мы хотим благоустроить курортную зону, то есть должен быть соответствующий подход. Должны быть четкие правила игры для всех участников этого балета. Вопрос о будке, узаконению на Одесском побережье. Сегодня на сессии городского совета было принято консолидированное решение. Я хочу сказать, что очень большую работу проделал Александр Валерьянович в отношении того, что мы сегодня закрепили границы одного парка и трех скверов. И я также выступала, не то чтобы не хочу присваивать эту инициативу, но напомнила городским службам, что начата разработка границ парка Юбилейный, это то, что называется наши склоны. Поэтому наша задача, чтобы мы ускорили все городские службы для того, чтобы границы парка Юбилейный были закреплены, и все подобные инсинуации, когда пытаются узаконить будку, вырезать кусочек побережья либо золотой одесской земли, просто не повторялись. Александр. Больше чем уверен, учитывая то, что мы находимся в студии столь уважаемой компании, с юридической основой, да, хотелось бы четких пониманий всех моментов, связанных с законодательным полем. Все эти объекты, которые построены на 13-й, на 14-й фонтана, под санаторием «Россия», бывшим санаторием «Россия», сегодня там тоже у нас есть на что посмотреть. Все эти высотки и все эти объекты, и, к сожалению, у нас таких сюрпризов еще очень много на побережье, которые, так скажем, опять же, в продвижении единых, определении единых правил для бизнеса, были проданы в 2007 году на открытом аукционе. 2007 год. Опять, да? Мы возвращаемся с вами к теории пред-пред, да? Когда эти объекты были куплены за достаточно серьезные деньги на тот момент. Вот этот объект на 13-й фонтана, если мне не изменяет память, сотка земли продавалась тогда порядка 50 тысяч долларов. Официально эти деньги поступили в бюджет. Эти земли продавались четким детальным планом, с четким определением этажности и функционального назначения. То есть уже в этой стоимости была даже уплачена паевое участие застройщика этих объектов. И сегодня, так как мы все немножко юристы, да, в Одессе, а Анна Ивановна действительно серьезный, хороший юрист, не умоляю ее достоинств в этом вопросе, я бы хотел, чтобы мы реально детально разбирались в каждой существующей ситуации. Я больше чем уверен, что этот МАФ находится на территории той земли, которая была продана в 2007 году. По-моему, предприятие «Комета», если мне не изменяет память. Где сегодня уже возведен жилой комплекс. И понятно, что сегодня он в теории и в практике соответствует тому функционалу, который был у него заложен. Санаторно-рекреационный. Это апартаменты. Зрозуміло. Будемо стежити за цим питанням. Останнє. У нас завершується, на жаль, час програми. Йшлося сьогодні про депутатський фонд. От певні депутати поскаржились на те, що вони не встигли буцімто оформити там певну заявку. І 1,5 мільйона гривень їм не йде, так? Не йде з міського бюджету на певні їх проекти. От що це за депутатський фонд? Давайте ми роз'яснимо нашим глядачам. І хто на нього може розраховувати? От, приміром, виборець там округу йде до Світлани Осаулінко і каже, от у вас є депутатський фонд 1,5 мільйона гривень, я хочу, щоб ви побудували нам
Там два дитячих майданчики, три тротуари, а також там полагодили світло на подвір'ї. Чи можна розраховувати на такі? І що це за кошти? Що це за кошти? Я вам скажу, що благодаря Світлані Вікторовні вообще состоялось последнее заседание по депутатскому фонду. Вот сегодня действительно тот проект решения, который готовился и потом в итоге был снят, это вопрос промедления подачи необходимых документов самими же депутатами, большей части. И благодаря Светлане Викторовне мне пришлось ехать, я хожу в рабочую группу. Им эти кошти не потребны, тем, кто забывает про полтора миллиона гривен. Сами себя наказали по итогу. На самом деле депутатский фонд, я много об этом говорила, это бюджетные деньги, которые каждый депутат может потратить, ну, к слову сказать, не обязательно на свой избирательный округ, но по тем заявкам, которые обращаются люди к нему. Сегодня депутатский фонд составляет 1,5 миллиона гривен. Безусловно, каждый депутат, так как у нас система открытых партийных списков, старается и делает максимум для того, чтобы удовлетворить просьбы своих избирателей. Каждый избиратель, каждый депутат очень активно участвует и работает с людьми, с жителями, с одесситами. И когда люди ко мне приходят, я говорю, нет, давайте мы в этом году закончим вопрос. Вот, к примеру, я на своем избирательном округе поставила такую задачу. Мы так назвали фракционную эту программу. Теплый дом, мы заканчиваем фактически остекление. Вот в этом году фактически 100% домов на своем избирательном округе, парадные подъезды, будут остеклены. Мы с одесситами, с жителями решили, что это первоочередная задача с точки зрения тарифов, сохранения тепла в домах и тому подобное. Сегодня почему произошла такая ситуация? На самом деле я до сих пор, вот мне все равно никто не может объяснить. Я секретарь комиссии по депутатскому фонду. Было двумя заявками 40 миллионов и 20 миллионов. Кто-то позже подал, кто-то раньше подал. 40 миллионов, это имеется в виду по 1,5 миллиона каждому депутату Одесского городского совета на реализацию инициатив горожан. Они были проголосованы и отработаны на прошлой неделе. И 20 миллионов в комиссию поступили от департаментов и служб, потому что процедура такая. Депутат говорит, я хочу сделать то и то, пишет заявку в Одесский городской совет. Одесский городской совет и комиссия направляют в соответствующий департамент. Департамент дает заключение, может ли он сделать за эти средства то, что хочет депутат. И когда уже возвращаются заявки в комиссию,